Можно ли, если возможность, например, в летнее время электричку сделать позже? Буквально, например, там, ну даже в 10 часов вечера, чтобы это было после автобуса, и можно было на ней спокойно уехать. Полная реконструкция всей железнодорожной ветки Красноярск-Дивногорск будет в этом году проведена. Будет новая железнодорожная ветка, и будет сделана в Овсянке новая станция, причем существующая не будет закрыта. Вот это принципиально четко будет работать две станции, и Овсянка, и Молодежная. Поэтому никакого ухудшения не будет.